Добрый день! Давайте посмотрим, что у нас сегодня происходит на небе. События развиваются достаточно интересно. Хотел бы обратить внимание, уже вот третью неделю, вторую с половиной, Венера идет по знаку Овен. Это достаточно такое интересное ее положение. Вот когда Венера шла по знаку Рыбы, очень многие жаловались на потерю всяких драгоценностей. Вот пока Венера там идет, она еще будет долго там идти. Рекомендую трем знакам быть очень внимательными ко всяким игрушкам, которые вы носите. Это прежде всего раки, весы и козероги. Лучше лишний раз оставить свое колечко, свои сережки там дома. И будьте очень внимательны, Венера еще ведает самыми обыкновенными деньгами. То есть не забывайте свои кошельки на прилавке, не забывайте карточки кредитные в банкомате. В общем, повышенная осторожность с финансовыми потоками. Это вот этим трем знаком: Козерог, Раки и Весы. Обратите на это внимание. Сегодня Луна движется по знаку Скорпион, то есть почти все знаки зодиака сегодня вспомнят об основном инстинкте. И правильно, замечательно, не надо о нем забывать. Сегодня скорпионы будут особо такие динамичные, из них энергия будет просто вот светиться от энергии. При этом рекомендую скорпионам к концу недели быть более осторожными, потому что Луна перейдет не в лучшую для них позицию. Стрельцы. Пока Венера с Марсом находятся в Овне, и там же еще и Уран, стрельцы могут вообще ни о чем не переживать, у них будет складываться ихняя деятельность какая-то позитивненько. Венера будет им создавать хорошие партнерские отношения, я имею в виду рабочие партнерские отношения, и очень благоприятные моменты стрельцов ожидают в финансовом формате. Со стрельцами сейчас вообще надо дружить, они будут как талисманы, которые вот притягивают деньги. Козероги. Немножко терпения. Венера с Марсом в Овне ничего хорошего козерогам не дает, кроме дополнительного напряжения. Но напряжение — это не то, чем можно испугать козерогов. То есть сейчас у вас период, когда надо развиваться, когда можно действовать, когда повышенное напряжение использовать для поднятия на более высокие ступеньки и прежде всего в финансовом формате. Водолей. Сейчас самое время развивать себя в плане выстраивания взаимодействия с внешним миром. Плюс водолеи отвечают за все вот эти технологии, компьютеры, интернеты, телевидение в том числе. То есть будет очень благоприятно для людей, задействованных в этой сфере. Особенно в телевидении. Далее рыбы. Сегодня и завтра у рыб будет достаточно такое позитивное настроение. Луна в Скорпионе будет давать рыбам очень интересные какие-то сюжеты личного формата. Кому интересно, воспользуйтесь этим. И рекомендую понедельник, вторник где-то закрыться от всех, потому что эмоции будут не всегда контролируемы с вашей стороны. Овен. Ну, он сейчас на пике своей вот силы, на пике волны, там и Венера, и Марс, и Уран. Но единственное, мешает немножко Юпитер, создает проблемку. То есть стройте планы на 2, на 3 месяца, на очень большой период. Планы лучше вы будете строить потом, когда Юпитер уйдет из мешающей вам позиции. Знак Телец. Ну, Луна в Скорпионе, конечно, замечательна для скорпионов и водных знаков, но это оппозиция к знаку Телец. Так что сегодня, завтра терпение, терпение, терпение. И будьте менее открыты к негативу, к критике. Не принимайте все на личный счет, и тогда все у вас будет прекрасно. У вас зато будет очень позитивная позиция 21, 22 и 23 числа. Луна будет в Козероге, и все, что вы хотите в этот период, у вас будет получаться. Близнецы. Все ровненько, хорошо и позитивно. В близнецах управляет Меркурий, и именно сейчас он делает замечательный аспект знаку Близнецы из знака Водолей. Так что, примерно как Водолеям, сейчас период хороший для установления контактов, коммуникации. Если вы работаете в сфере торговли, вообще замечательно. Единственное, рекомендую 19, 20 и середина 21 Луна будет идти в оппозиции к вашему знаку. То есть будьте осторожны со своими эмоциональными вспышками, и в этот период рекомендуется быть внимательными с продуктами питания. Рак. Опять-таки, Луна в Скорпионе очень хороша для скорпиона, для рыбы и для раков. То есть сейчас период, когда налаживание каких-то личных аспектов,
плюс Луна ведает домашним очагом, вполне возможно, вам нужно обратить внимание на домашний быт, там цветочки полить, там шторки постирать, погладить. В общем, внесите позитив в очаг, в дом, где вы живете. Конечно, Венера с Марсом будут идти к вам в квадрате, и вам будет немножко напряженно, но вот именно внимание дому переключит ваше напряжение на позитив. 21-22 закройтесь дома, включите какой-то фильм про любовь и никуда не выходите, потому что эмоции у вас будут зашкаливать, вы будете опасны для общества, так сказать. Лев. У Львов все замечательно, так же как и у Стрельцов, пока Венера с Марсом находится в Овне, никаких проблем у них не ожидается, но оппозиция Меркурия рекомендует Львам быть более осторожными с входящим потоком информации. То есть не вся информация, поступающая к вам, будет такой уж и правдивой, как вы бы того хотели. И, как в народной мудрости говорится, 7 раз отмерьте. Вот 7 раз отмерьте, и резать все равно не надо, будете резать, когда Меркурий выйдет из оппозиции. Дева. Настроение у Дев будет прекрасное сегодня. Испортится оно у Дев где-то 19-20 числа. Луна будет в таком не лучшем для них положении. И совершенно замечательно все у них будет 21, 22, 23. Ну, я думаю, 2 дня эмоциональных переживаний, ничего страшного. Зато с 21 будет период замечательный. Знак Весы. Вот Весам сейчас немножко сложно, потому что эти самые Марс и Венера дают оппозицию к знаку Весы, и Весы себя будут чувствовать немножко неуютно. Но это прекрасно с одной стороны, когда у человека все хорошо, он сидит на диване, у него растет живот, и он не развивается. Вот сейчас у Весов точно нету никакого шанса сидеть на диване, у вас сейчас период развития, развития, развития. Мало того, Венера, поскольку она идет по первому знаку зодиака, начиная новый цикл, сейчас время для всех посмотреть примерно на год вперед, а что я хочу в плане финансов, в плане материального благосостояния. Наметьте план своего развития. И пусть у вас все получится. Желаю всем изобилия.